Ребят, привет! Меня зовут Константин, это Владимир. Здравствуйте, ребята! И это проект Artender, и в этом видео мы расскажем, что это за проект, как он устроен и вообще для чего он нужен. Да. Проект Artender – это социальный бартендерский проект, по сути являющийся творческим тренажером. Он создан для того, чтобы развивать креативные творческие навыки бартендеров и всех, кто любит смешивать коктейли. Он построен на базе бота в Телеграме, который 3 раза в неделю выдает челленджи, про это чуть-чуть попозже, а также есть канал в Телеграме, где есть актуальная информация и всякий вдохновляющий контент для того, чтобы с удовольствием и незапарно с этими челленджами справляться. Также лучшая работа, которую мы выбираем самостоятельно после каждого челленджа, получает денежный приз. Сохранить динамику и развитие этой барной индустрии, дать возможность проявить себя молодым, начинающим или опытным бартендерам, и вообще хотим, чтобы барное комьюнити было активнее, дружнее и более творческим. Артендер – это не конкурс, и это его самое главное отличие от конкурса. То, что он сам по сути своей конкурсом не является. Каждый раз мы говорим о том, что артендер – это тренажер творческой мышцы, потому что мы считаем, что творчество – это навык, который можно прокачивать и развивать. И, соответственно, подход такой, если вы каждый раз что-то повторяете много раз, ну, как ходите в тренажерный зал, то лучше становитесь в этих, собственно, творческих испытаниях. В начале видео Владимир уже упомянул, что в каждом челлендже мы разыгрываем денежный приз. Это 2000 рублей. Сумма вроде бы символическая, но приятная. Почему мы разыгрываем деньги? Потому что мы верим, что любая мотивация становится более приятной, если есть весьма ощутимый и явный приз. И по себе знаем, так как мы работали за баром, что небольшое денежное вознаграждение можно воспринимать, например, как чаевые. Очень способствует тому, чтобы взять и сделать что-то, что ты раньше не делал. Это полезно и приятно. И так мы вносим свой небольшой вклад в развитие и поддержание барной индустрии. Челлендж – это, собственно, и есть то самое испытание. Я уже говорил про спортзал. Так вот, в общем, вы ходите в спортзал и что-то каждый раз новенькое прокачиваете. В нашем случае есть коктейльный челлендж, есть челлендж рецензия. Это когда нужно дать рецензию по какому-то заданию на что-либо, чью-либо деятельность и так далее и тому подобное. Есть ресерч, когда что-то необходимо найти. Абсолютно необходимый навык для каждого бармена – искать что-то новенькое самостоятельно. И личный опыт – это когда, собственно, вы вдруг можете подвергнуться какой-то критике в интернете и тем самым пережить сложный, страшный опыт для себя, с которым, поверьте, с этим сложным, страшным опытом бармены и вообще все технические работники общепита сталкиваются регулярно. Все эти, собственно, челленджи по отдельности прокачивают навыки, которые вкупе становятся этим самым творческим началом и развивают его, что ни на есть, эффективно. Кроме обычных ежедневных челленджей, которые проходят 3 дня в неделю и длятся ровно 1 день, у нас есть особые специальные челленджи. В них призовой фонд значительно увеличен, обычно он увеличен в 10 раз. Задания более творческие, более сложные. Зачем мы их проводим, такие специальные челленджи? Для того, чтобы всколыхнуть чуть-чуть барную индустрию, придать динамики и еще больше поддержать барное комьюнити. Потому что выиграть не 2000, а, например, 20 тысяч рублей, как бывает у нас частенько, сильно приятнее, чем 2. В подписи к этому видео вы найдете ссылку на бот, ссылку на канал, ссылку на чат на наш. Можете задавать там абсолютно любые вопросы, если вам что-то непонятно, с чем-то не можете разобраться или стесняетесь начать. Убедиться в том, что, в общем, у нас все очень демократично для начинающих и для продолжающих, и для заканчивающих даже. В общем, встретимся в челленджах. Удачи и до связи. Пока.